Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Volkswagen Scirocco 2012 года выпуска. Двигатель 1.4 турбо, коробка DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Побежал бачок омывателя, бачок стеклоомывателя. Находится он под бампером, под подкрылком передней правой стороны. Заливает хозяин жидкость, она вытекает не сильно, но она бежит. Поднимаю автомобиль, снимаю правое колесо и сниму часть локера. Поднял автомобиль, снял колесо. Подкрылок здесь цельный, не распиленный, не располовиненный. Откручиваю по периметру торксы Т25, крепление локера к кузову, к бамперу, спереди, снизу. Так, здесь получается я открутил 6 саморезов. Также 7 саморезов я открутил снизу. По идее, локер должен освободиться уже. Видно наш бачок. Сейчас налью воды и буду смотреть, откуда он бежит. Я думаю, этого хватит. Машину пока заливал воду в бачок. Ничего не капало. Хотел сказать, что волшебство случилось, что ли? А нет, поднял он, закапало. Сейчас посмотрю, откуда, с какого соединения и что с этим можно сделать. Но, судя по всему, это не бачок. Это какое-то из соединений. Вот сейчас поставлю зеркало.
через зеркало посмотреть. Вот. Бежит из-под бачка омывателя фар. То ли резинка окислилась, то ли она подсохла. Сейчас разъем сниму, солью воду и сниму моторчик. Вот нажимаю на этот разъем. Тазик подставить. Все, я его разъединил. Сейчас солью воду. Налил-то полную, чтобы проверить. Так, воду слил. Теперь поддергиваю двигатель немножко вперед и вверх. Вот он. Отключаю его от разъема. Где-то там разъем. Вот он. Так, а резинка осталась в бачке. Я снимаю резинку. Она просто подокислилась. То ли жидкость такую какую-то залили, то ли что. Сейчас чищу, протираю и немножко намажу герметиками, поставлю. Протер резинку, протер бачок. Вот так вот по периметру тонким слоем торец намазал. Где прижмется, устанавливаю резиночку на место. О, поставил. Также вот посадочное место тоже намазал немножко герметиком. И ставлю на место бачок. Бачок на место моторчик.
А тут, похоже, что-то делалось. Тут, похоже, что-то делалось. И вот это... Вот так должна быть. Подозреваю, что вот так вот. А этот разъем одевается сюда. Ну, слететь, я думаю, он сам не мог слететь. Что-то делалось, и он не стоял в зацеплении в бачке. От этого было смещение. Ну что, остается опускать и заливать воду. Защелка защелкнулась, моторчик на месте. Опускаю. Опять заливаю. Ну все, воды залил. Автомобиль отпустил. Вот стоит. Все сухо, ничего не бежит. Бачок полный сейчас. Просто резинка рассохлась и все. Она помимо того окислилась и ее перекосило. А перекосило из-за того, что вот это крепление не стояло в этом пазу зажиме. Ставлю на место локер. Наживляю и прикручиваю. Ну и все. Последний саморез прикручиваю. И на этом крепеж локера я закончил. А также бачок у нас все сухо, ничего не бежит. Течь бачка омывателя я устранил. На этом все. Всего вам доброго.